Внимание! Сеньор, стало известно о том, что некие юноши ради забавы лазают по крыше. Это не преступление, но... Здесь никого нет. Сеньор Лоренцо! Лоренцо никого не принимает. Стой! Это же ты убил Франческо Пацци! Стража! Взять его! С удовольствием. Он, кажется, он раз... его! Должно быть! Давай. Спокойно, парни. Он ошибется, тогда мы его и возьмем. Окружай его! Давай перед ним! Зачем этот капюшон? Вот он! За ним! Он скрывает. Thank you.
Я слышал шум внизу. Давайте, отрабатывайте свое жалование. Разделитесь на две группы. Одна обыщет двор, а вторая пойдет со мной в часовню. Си, капитану. Затем мы проверим все потайные ходы. А как же Лоренцо? Лоренцо уже мертв. Туда, бей его! Он похож на... Вот он! За ним! Вон он! Бей его! Не так быстро. Вон он! Бей его! Этот плащ. Aspetta un momento. Лоренцо, черт побери! Кто-нибудь, заберитесь туда! Вы все слышали? Вы двое, тащите лестницу! Зачем им лестница? Лоренцо не хочет выходить! Что они так долго возятся? Если бы вы так не шумели, он бы нас не услышал. Черт, это ты во всем виноват! Вы все занимайтесь своим делом! Она открылась! Слышали? Это доносится из спальни. Тот, кто открыл ее, должен быть там. В спальне чужак! Убейте его! Да, капитан. Эй, как ты, вон он, сейчас мы его теряем!
Вонон! Мне знакомо это лицо, но я знаю... Раджу, куда это ты собрался? Эккола, быстрее, за ним! Ора! Помните, чему вас учили? Не надо врять! Куда он? Черт! Вон он! Бей его! Рано или поздно мы загоним тебя в тупик! Эккола! Быстрее! За ним! Быстрее! Черт побери! Вон он! Назад! Опустите меч! Это я! Эцио, ты снова спас меня. Сначала они вторглись в мою церковь, а теперь и в мой дом. Я клянусь, они заплатят за это. Взгляни вокруг. Это одна из моих сокровищниц. Можешь взять все, что захочешь. Моя жизнь дороже золота. Полагаю, в моем доме уже не осталось врагов. Да, господин. Благодарю за этот ценный дар. Мне пора идти, но я вернусь, когда с Патци будет покончено. Я не забуду того, что ты сделал для меня. Удачи!